Сегодня у нас 3 июля, продолжается рабочий день сегодняшний, понедельник. Так, слушай меня, пока. Вот эту дорожку куда ведет? Под дом. Сейчас, подожди. Где там мама? Я сказал идти сюда. Галя! Галя! Нет. Я сказал, иди сюда. Егор. Да, Егор выносил. Сюда, ну пошли. Скажите, Игнатий, он что-то, скажи. Егор. Это Егор выносил. Егор. Сразу говорит, Егор выносил. Ну тащи за Егором, беги. Беги туда его, бегом. Понимаешь, одно твое слово и сколько беготни. То есть ты не знаешь ничего совершенно. Не потому, что ты боишься чего-то, то есть тебе это все равно, дрын дрова. Ну так нельзя, как это, вот такая дубина, главное, стою росовый, вырос и абсолютно безразличие. Притом, это копейки не стоит, горшок не твой, туалет не твой, дорожка не твоя, и ко всему относится не мое. Не знаю. Все, я тебе кричался, чуть-чуть побудьте рядом здесь. Старайся, я сказал, старайся не прийти. Старайся, иди сюда. Спятимся туда, назад. Старайся? Далее, подойди сюда, посмотри. Где сейчас живешь, в данный момент? Где живешь? Там. Там. Ходишь в эти двери. Давай по порядку разберемся. Останься в сторонку. А вот эта дорожка куда ведет? Вот эта вот. Вот она кругом пошла дорожка. Куда она ведет? В тот дом. Туда. Утром вы в туалет ходите? Да. Так, давай по порядку. Ты сегодня утром встал, и тебе дали горшок вынести ночной, так? Так. Ты берешь дневной это, горшок этот. Крышка закрыта. А зачем крышка нужна, когда понесли выливать из него? Чтобы не вылилось. Чтобы не вылилось? Значит, ты идешь вот так болтаешь, и она полная разве? Как она выльется? Крышка не удержит, чтобы не вылилось. Не для этого. Ты выносил когда-то горшок? Да, выносил. И как ты его, с крышкой? Да, с крышкой. А вот еще крышка? Ну, не знаю. Не знает он, по крайней мере, не знает. Чтобы так. Не пахло. Чтобы не пахло. То есть боишься, как ты пахнешь внутри. Сам себя испугался. Пахнет от твоим, природным. И Бог сделал так, чтобы пахло, чтобы мы помнили, кто мы, чтобы не заносились. И вот ты сегодня понес. Покажи, как ты шел. Вот у тебя в руке сейчас, ну возьми что-то, шапку свою. Это горшок твой. И вот ты несешь его, неси. Ну и показывай, как ты шел. Куда выливал? Ну, сначала вылил туда. А? Сначала вылил вон туда. То есть маленько отлил, да? Все, вылил там. Никита, ты знал это, что они льют под ноги? Нет, не знал. Не знал, да тебе это безразлично, оно дурно пахнет. Говорит, стайросовая дубина, 26 лет. Покажи, как ты выливал. Давай один раз просмотрим, что вы делаете. Вот ты вышел, докуда дошел? Обожди. Вот он куда, то-то-то-то-то-то. О! Вот он здесь выливает. Ну туда ты еще махнул, тут вылил. А тебе дали выносить куда-то в туалет. Ты знаешь, что моча и кал в туалет падает? Почему ты до туалета не донес? Внимательно снимай. Почему? Тебе дали возможность вынести в туалет, это моча. Почему не понес? Не подумал. Не подумал. А у тебя есть чем думать-то? Да. Нормально. Дальше ты маленько отлил здесь, да? Все вылил. Все вылил. А ты говорил, то там, то там. И дальше? Ну, я собирался здесь положить, но Тарас сказал, надо на солнце. Так, Тарас, ты на говорил? Солнце. Я сказал, чтобы он на солнце положил, чтобы оно подсохло. Что он говорит? Чтобы на солнце положил, чтобы подсохло. Давай, давай. А кто тебя научил на солнце ложить? Ну, кто так научил? Никто. Тарасик главный военачальник. Смотри, он как стоит, явно Наполеон растет. Так, ну учит тебя, ты там не знал, ты парень такой, боевой. Ну и дальше, пошел ты с горшком, да? Покажи, как ты идешь. В руке у тебя горшок, теперь ты несешь горшок пустой. А зачем крышку понес? То, чтобы не расплескалось, теперь уже ничего там нет. А крышка все равно с тобой, да? А зачем она? Скорее, скорее там, ну думай. Не знаю. Не знаешь. В школе не проходили, не задавали, да? Ну ты идешь с крышкой, несешь, дальше иди. Тебе самому охота в туалет сходить. И дальше ты идешь куда? Ну, ты прошел. Ты прошел куда?
Прям проходил туда. Да ты же бросил, не заходил туда. Чего ж ты обманываешь-то? Ты просто швырнул. Покрышка вон где находится, а ведерко в воде. А ваш учитель вот где. И таких людей называют, знаешь как? Засранцы. Засланцы. Засланы откуда-то, чтобы сделать эту пакость. Вон ведро улетело туда, теперь пошли смотреть. Ты не ходил, тут роса, ты не пойдешь никогда по ней. Чего ты обманываешь? А покрышку зачем так далеко забросил? Когда ты бросал, она отдельно была или на виде отлетела сама? Отдельно. Ты взял сначала покрышку бросил? А зачем ты ее бросал-то, покрышку-то такую даль? Вот смотри, от дорожки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, 10 метров. На 10 метров покрышка летела, как, ну бывает, летающая тарелка. Правда, вонючая. Зачем ты ее туда забросил? Если проветрить, вот могу положить ее здесь. Зачем ты забросил? Посмотреть, как она летит? Тебе сколько лет? 13. 13 лет. Надо было дальше, чтобы она туда в 13 метров отлетела. Зачем ты ее забросил? Объясни. Чтобы проветрилось и высохло. Значит, там ветер, ты определил вектор, откуда течет, роза ветров, и потом туда бросил. А здесь не проветрится, да? Ну, здесь солнца половины дня нету. А там целый день солнца. То есть вот этот материал портится от солнца. И чтобы он портился наполовину, ты не согласен. Ты согласен только на 100%, чтобы портился. Ты посмотри на вашего руководителя, посмотри на его прекрасную физиономию, как он смеется, как он весь прекрасен. А ведро как летело, переворачивалось? Да, переворачивалось. Ну еще, Никита. Вы последний раз писали, больше вам не нужен туалет. Я сегодня его забрать должен, больше не давать вам. Ночью будете бегать сюда. Хорошо. А зачем мне это хамье нужно? Оно вам не нужно. Так, только забираем ведерко. Охотитесь без ведра. Знаете, ставьте тазик, ванну. Как выясняется, что хозяин дома им сказал выливать в траву. Ну, я не сказал. Он их не учил выливать в туалет. Ну да. Но они дети, они приехали к нему в гости. Так, как сказал хозяин, так давай. Дети и делают. Ну, вот говорил, понятно, бросать. Он не говорил бросать, нет. Это ну, уже, а дальше уже все пошло. Это уже дети теперь, сами. А теперь за него заступаются. Когда я говорю, ой, Никита, он больше всех работает по Теряевке, тут у него находятся соратники. Вот Никиту надо было только так, в армию взять на Украине. И разложил бы всю армию. И она бы не воевала с Россией. Главная твоя ошибка, что ты приехал из Борисполя. Так, ведерко это забери и унеси туда. Оно вам не нужно. Теперь думайте сами, как ходить. Они будут в сапоги ходить тебе. Такое дело, посмотри на него. Такое презрение ко всей этой поганой жизни, вонючей. То ли дело компьютер, откроет, там вообще все. Запах такой идет прекрасный. А этому разницы тоже никакой нету. Он научил его так. Главный учитель здесь Тарасий. Заводила. Так, ну вот видели как? Видели, так что здесь? Уже заклеено, уже лопнуло. Уже лопнуло? Да. Все, готово дело. А у меня еще лет 20 он будет стоять, но уже нету. Ну как, бросают. Лежит на жаре, а на жаре лопается. Ты этого не знал, конечно. Но вам надо выветрить, чтобы он благоухал к вечеру. А завтра опять моча. Его не надо. Весной как попало, моча вылила, опять закрыл. А в момент, когда ты мочишься, твоя моча и пахнет. Я знал, что ничего не будет путного. Все, держи. Ведерко долой, новое купишь. Новое найдешь и купишь. Пошли. Отнеси его ведро. Так, свободны все. Туалетная тема закрыта. Вон он, бросил. А вон его на фону. Вот почему тебе не надо, ты не начальник. То есть ни за что не отвечать, ни за горшок даже начну. Так жить нельзя, Никита. Это преступно перед Богом. Я когда увидел это, я знал, что этот кончится, он лопнет, он на жаре лопается. Ты не знаешь ни качества товара, ни твой он, никаких. Иди, ребенок. Так, такое важное дело, как ты можешь доверять-то? Я никому не доверяю, всегда сам выношу. И у меня он целый и будет еще хоть 100 лет стоять. А почему? Вытащил, вылил, закрыл, опять под стол поставил. Не пахнет, оно закрытое. И все это дурнина.
А Надежда Васильевна идет, так она еще мало того, у меня голубям пить поставили, так она прям горшком оттуда почерпает, к голубям. Я ее туда турнул. Ты что дуришь-то? Голубям твоя моща нужна? Верующий человек этого делать не может, не может. Ему это все, то, что вот это делать, отношение к делу, это богомерзко, противно. Вы совершенно живете слепые. Пошли дальше. Вот какая-то деталь очень хорошая. Мы как ее выковали. И тут отверстие, что-то вставляется ручкой, и какой-то поворот, как гайка. Ну да, крутится. Это все делалось из обыкновенной железки. Это кузнец. Это Семен Сиськов делал, может быть. Пошли. Я первый раз, когда увидел, видел на жаре, я понял, пропало. Все, это действительно работает. Ну все. Теперь надо дальше помазать. Два гвоздя забей, чтобы она не двигалась. А потом выдержишь. Ну и что, все? Все, давай, отключайся.